Всем привет, друзья, ребята, с вами Юранка, и мы продолжаем прохождение Сома. В прошлой серии мы с вами... и с вами Юранка и... Веном Пул. Сила Икс, ё-моё. Сила Икс. Почувствуй силу Юранки. Ладно, короче... Мы с вами продолжаем прохождение игры Сома, Кома. Для меня на что Сома, что Сома, что Кома, Глоукома. Одно и то же. Мы взяли инструмент. Стоит догадываться, что... Сейчас будет месиво. Ну, месиво вряд ли. Посмотрим, что будет. Но я думаю, что... Тут не думай. Вставай и беги. Если бы все было так просто. А что еще? Опа, здрасте. Кто-то там шевельнулся. Нас все пытаются напугать. Но нам пофиг, с нами Бог. Да, нам. Нам ничего не страшно, нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк. На самом деле это просто всего лишь скриптовые вставки и не более. Ну, и тем не менее. Но тем не менее, что-то здесь полетело, да. Кто-то лечит. Видимо, кого напился. Кто-то, походу, по вентиляции бегает. Наверное, это чужой. Какие-то шланги свисают из матрицы. Позови Нео. Нео здесь нету. А вдруг валяется? Да, где-то здесь, возможно, валяется Нео. Но это не точно. О. Здесь хоть поспокойнее. Аквариум. Складирование запрещено. Складирование чего, правда? Непонятно. Мусора, наверное, какого-нибудь. Так, у нас какие-то крюки, что-то какая-то стрёмная тема. Доступ к буфер данных. Отключен. Эми. Я здесь? Эми, что за Эми-то? Думаю, да. Баба? Ну, не мужик я. Точно не мужик. И все же, я буду по нему скучать. Ага. Слушай, какой-то биошок реально начался. Порядок, неужели похож. Ты ни чуточки скучать не будешь? В электростанции полной светившихся машин? Нет, пожалуй, не буду. Ага. Это же Эпсилон не виноват? Короче, кто-то там что-то не виноват. Еще раз послушаем, ладно. Поставим. Я здесь. Готова к открытию? У меня написано Азару какой-то. Какой-то Азару. Ее зовут Эми, а ее Азару. Подожди, Эми. Эми это... Ты же его, по-моему, который бабища померла, Эми звали. Мы здесь проработали столько лет, неужели Эмили. Ты чуточки скучать не будешь? Кстати, да. Вот что-то как-то вот какое-то подозрение у меня, что потом что-то вскроется вся правда. Что она живая? Эпсилон не виноват, что так вышло. Эпсилон. Заканчивай дверями и возвращайся скорее в лагерь. Так точно. Так точно. Все, заканчивай дверями и возвращайся скорее в лагерь. Мы все поняли, мы все услышали. О, Шишкин лес. Эпилонский лес. Что-то кто-то кого-то рисует. Роба-акула. Ух ты. Какие-то пираньи. Какая-то непонятная рыбка, которая морда разъехалась, походу. Чернобыльская, наверное. Портал какой-то. Какие-то расстроенные рыбки за то, что им похавать не дали. Голодные рыбки. Какие-то голодные рыбки, они, походу, этим питаются. Водорослями. Моллюсками, водорослями. Папка. Бабки, все что-то валяется. Ладно, мы идем дальше. Доступ разрешен. Нам разрешили доступ, значит, следовательно, мы идем дальше. Смотровая охрана. Все закрыто. Так, тут опять подрастался. Обслуживание. Кто-то говорит, что-то мужик не понимает. Мужик что-то не понимает. А, ну нас заперли. Наверное, это хорошо с какой-то стороны. Я сейчас нажму, я боюсь, меня электричеством, наверное, ударит, да? Черт! Я так и подозревал, это что такое? Ой, ну-ка. Какая-то... Стой, говорит, какой-то голос говорит.
Фу. Какой цветок обычно. Не все, палец в розетку током толкану. Ну да. А, ну и все заработало. Теперь, говорит, стало все нормально. Ну еще бы. Критический сбой системы. А, не привыкать? Так мы вроде включили все. А-а-а. Сейчас кто-нибудь появится, скорее всего, у нас сейчас. Обязательно. За ляжку дернет. А, нет, никто не дернул. Да это подожди. Так, у нас что-то все подвисло. Ничего. Подвисла страшного. Моя игра. А, с лампочки загорелись. У него сердце начинает сильнее биться. Я помню, в Амнезии там можно было статус проверить. Тихо, тихо, тихо. Я так понимаю. Понимаю, вот эти лампочки, те, кто просвечивает, скорее всего, это есть те самые какие-то роботы, у которых кукушка поехала. Инопланетяшка. Не знаю, куда идти. Иди прямо. Да, как бы и не ошибешься. Я просто подозреваю, если он здесь не выходил, скорее всего он там. А если он там, то значит надо идти сюда. Аж спрыгни. Может быть. Ага, здрасте. Ага, все ясно. Но, как бы, игра нас направляет. Игра нам показывает, что сюда мы не туда идем. Это может перерыв обеденный. Может перерыв обеденный, кстати говоря, как вариант. Управление станцией. Ну, значит, да. Зачем нам? Там уже прошло. Зачем нам в управление станцией, надо, понимаю. Ага. Так, у нас опять у нас головной мозг появился справа внизу. Вот веном. Здрасте. Ой, опять что-то сопли. Опять веном. Веном без венома. Что такое? Что-то шевелится. Фу. Кто-то продрастался опять без нас. Но на самом деле ничего. А, не дотрагиваясь до протекшего структурного геля, не могу определить его воздействие на НИУ. О проблеме сообщено соответствующим инженерам по эксплуатации. Какой-то волчок какой-то. Волчок. О. Трудненное дыхание. Можете побазарить? Вы меня слышите? Ух ты. Прикинь, даже с киборгом можно разговаривать. Как. Братан, ты как? Как у робота может быть дыхание? Он же не живой, он робот. Так, как тут может быть живой? Может, тут смесь робота Венома? Робота Венома? Робот Венома, это... А, может, он живой организм. Так, ну, ты прости меня, браток, но как бы мне придется вытащить твое зарядное устройство. Но я, конечно, все понимаю, что ты умеешь украшивать. Я бы тебя к своему пауэрбанку бы подключил, но как бы ты не здесь. Прости, пожалуйста, меня, мой. Что тебе нужно? Ну, это, конечно, здорово. Ты бы получилось, наверное, из тебя вышла бы хорошая какая-нибудь жена какому-нибудь роботу. Но не мне, прости, подруга, как бы я все понимаю. Если бы ты дала мне возможность включить. А, я же не мог ничего подключить, ты прости. Да, ты не обижайся. Давай я тебя обратно подключу, ты не против? Давай сюда тебя. Эть, ну-ка. А все, она была раньше. Любимая моя, родная. Давай, мы тебя вот сюда, хочешь, подключим. Ну ты чего? Эй, просыпайся. Короче, подруга уснула, все понятно с ней. Так, S1, S2. Ручной порядок загрузки. Что-то нам с тобой надо загружать, заряжать. Ага, все надо делать опять вручную. Спасибо большое разработчикам. Слушай, не знаю, кто реально говорит, что это стрёмная игра. Я вот сейчас вот как бы приноровился уже и... Ничего стрёмного вроде. Ничего стрёмного нет. По звуки, да, но... Чисто звуки, чисто там, помните, Обдрасталова, но нас не более чем пугают. А, вот. Так. И чё? А, вот. Ага. А, перегрузка, всё, я понял. А мы вот так нажмем на кнопку. Чё, вот первый, видимо. Как бы он ее просто сбрасывает. Что за прикол? Потом жди. Не-не, вот, все, я понял. До зеленого доходит, потом мы нажимаем на вторую. Все, стоп. Во! И сейчас мы нажимаем на третью. Хорош! Е-е-е! О-е-е!
Система связи, охлаждающая жидкость. Турбины. Ух ты, хорош, смотри, 3600. Мне даже... Пивзавод, Очаковский. Очаковский, да, похоже на то. 3600. У меня даже турбина крутится на моей 3090 5,5К оборотов. Сейчас 4К поменьше стал крутиться. Как бы, а здесь 3600 всего лишь. Но, ребят, это не дел. А, так, что у нас есть? А, Лиссабон, Португалия, Кадис, Испания, Дельта, Тета, Лямбда. О, Лямбда, это же Габен. Габена включили, прикинь. Халфу включили. Half-Life. А, что это? Что происходит? Катерина эй, какая-то. Тут Катерина. Есть? Конечно, Катерина. Эй, вы меня слышите? Слышу вас. Эпсилон, что происходит? Откуда я знаю, что здесь происходит? Я не знаю, я тут вроде как только очнулся. Я только проснулся. Кто в этом дурдоме. А, там сиденье было и шлем. Правда? Как вас зовут? Я Саймон Джард. И что да. Вы? Ах, сигнал, чертовы передатчики. Где вы сейчас? Где мы сейчас? А, хоть в комнате. Где-то, где передается ток, то ли электростанция, то ли трансформаторная. Но... Если робот, вы, наверное, разрыдался. Где-то на ТЭС. Вам надо подняться по лестнице на в центр ТС. Связи. Комната с куполообразным потолком. Послушайте, это место, оно... Да тут вообще какой-то ужас творится. Эпсилон Лямбда, что за Лямбда? Извините, не слышала. Мы потеряли еще один передатчик. Послушайте, вам надо наверх в центр связи. Я буду там. А, ну окей. Хорошо, баба. Только робот ли это, или живой человек? Двери открыто. Но если бабища будет там, сейчас придем ее наведаем. Я думаю, что это... Хорош. Так, опасность. Опасность падения. Работайте в безопасном состоянии от колодца. Структурное повреждение внутренний корпус, многочисленные брешь в секторах, AG, ADG, J, K, внутреннее покрытие, небольшая что-то перфорация, щитная оболочка зоны U4, U5, эпсилон в норме, давление 2000 бар, давление 2000, короче, 2000 бары, баров у нас с тобой каких-то баров, непонятно, 2000 баров давления, слушай, это там, наверное, лютое какое-то реально давление, но мы будем поаккуратнее. Здрасте. Тихо, тихо, не падайте. Я хотел просто посмотреть. Ага. Нас не пускают. Так, ползли. Ой! Ну класс, спасибо. Толпанусь, чувачок. Ну, то есть нам как бы игра явно показывает, что обратно мы не вернемся. Ну и нормально. Так, есть у нас что-то какое-то... Здорово. Ну что, надо убрать его? По-по-по-по-по-по-по-по, здравствуйте, мой уважаемый друг. Ну, я думаю, что он вряд ли нам друг. Это обычный робот. Опа. Чисто скрипт, походу, сработал. Слушай, реально какой-то биошок. Это ж большой пап... Это ж большой папочка. И как мне, простите, извольте... Походу, либо он заскриптован, если он там ходит в разные стороны. Вопрос в том, у меня даже показателя нет, меня видят или не видят. Как мне понять? Здрасте. Опа. А, он меня увидел, да? Ну и чё? Беги. А чё мне его бояться? До свидания. Я его не боюсь. Ничего не сделаю. Сок какого-то железа. Да куда ты за мной-то попёрся? Слушай, а может, можно как-то... Да... А, это у меня здесь закрыто. А, это там горячий воздух. Да отвалил ты, отец. Да ты... Я повернул! А-а-а! Не успел, лошок, обломайся. Все. Прикинь, как мы его... Ну, слушай, погоди, я там какой-то рычажок не повернул же ведь. Ну, живы будем. Нормас, пересечемся. Сейчас посмотрим, что будет. Так. Вход в систему. Что там такое? Плохо дело, я вырубил Сэмми. Роджерс. Капитан Америка. Роджерс. Стив Роджерс. Предупреждение, опасность, что-то там поворачивается. Подожди, я там ту штуку просто не включил. Может быть, надо было электричество? Ну, ладно. Берегите руки. Да и ноги тоже надо беречь, как бы.
И не только руки, берегите руки и ноги, и голову. Вообще все, все, что можете, все берегите. Если как бы вы будете беречь только руки, останетесь без ног, это будет... Подруга. Прикоснемся к подруге. Семкин. Ага. Карфаген, Индустриус. Карл! Карл! Ран, Вася, ран. Знакомое просто мне это слово, Карл, это с какого-то фильма, что, по-моему, было. Короче, что-то робот сделал, походу... Походу, робота этого вырубили, короче, робот что-то... Какого-то Карла вырубил. Карла Маркса. Ладно. Идем дальше. Что-то у него вообще, у него сознание пошатнулось, вообще еле-еле. Кто-то джинсики стирал у кого-то. Кто-то, походу, пересрался в игре и решил джинсы постирать свои. Короче, как я понимаю, они даже двери не умеют открывать. Здрасте. Мужик валяется. А здесь у нас что? Что-то я вообще запутался уже. Слишком много каких-то ходов. Это все пытается там, походу, дверь пробить, но у него ничего не получится. Айди. Я-то откуда знаю? Какой айди? Ну да, неверный имя входа. Разумеется, оно уже не может быть пустым. А, заперто. Процесс запущен. Детали в терминале. Потому что я для себя понял, что в этой игре можно только прятаться. То есть, по сути, никакого оружия, ничего нам никто не даст, разумеется. Челночная станция, завод, администрация, центр связи, электростанция. Ага, все понятно. Мне бы хотя бы карту бы дали бы, что ли. Это какой-то пират с моря. Капитан Крюк. Только он, правда, походу, из трубки курит мыльные пузыри, как я понимаю. С рыбками. С рыбками. Не забыть быть крутой. Все, в принципе, все остальное зачеркнуто. Эми, скетч-блокнот. Ладно, пускай будет так. Скетч-блокнот для Эми. Бабище для какой-то. Посмотрим, что у нас здесь есть. Да кто же знает, что осталось местный пилот. Включен. Внимание. Я так понимаю, что здесь, наверное, что-то очень нехорошее может быть. Выключен. Какой-то робот. Еще один очередной. Не, без роботов было, по-моему, куда намного лучше, безопаснее. Что-то у него реально его шатает. А где наш таблетос вообще, который он закидывался? Это надо бы. Что с нами такое? Братан, ты как? Что вы такое? Кто такой? Это я! Карл! Карл Фэнкин! Мысль слепой. Что, не знаете такого? Я про такого что-то не слышал, если честно. Мне очень помогли. Я ж тут на полу не валяюсь, чего там? Чё происходит? Братан, так ты кто по жизни? Блин, что, по телу заметно? А я прикрыть пытался. Я человек, а вы? Меня зовут Саймон. Вы что-нибудь знаете об этом месте? А, вы новенький. Ну тогда понятно. Слушайте. Я ранен, как вы заметили. Короче, все-таки... Если увидите кого-нибудь, скажите им, что я тут. Обязательно, особенно этим поехавшим роботом. А где вы находитесь? Вы серьезно? Я тут. Видите, машу вам. На руки посмотрите. Привет. Понял. Привет. Я просто... Я вас не вижу. Я вижу машину, говорящего робота. Вы куда там смотрите? Я тут. Видите? Слышите? Понял. Я просто не ожидал, что вы такой. Да. Я закрыл на внешности, вы это знаете? Как вы поранились? Точно не знаю. Вырубился надолго. Не могу вспомнить, как я сюда попал. Ну а что вы помните? Я был на месте пилота. Вот теперь вопрос, у кого поехала кукушка? У всех, кто в этой месте находится, в нашем главном герое. Вот как они, только быстрее. Короче, я работал с тепловыми экранами и потом ничего не помню. Ага. Все понятно. Вы дистанционно управляли роботом? Мы все время так делаем. Роботы сами совсем не справятся. Микросхем их интуиции нет, знаете ли. Может, вас как-то затянуло в робота? Да. Разум прочно с ним связывается. Но нет, это вряд ли. Слушайте, я не хочу вас пугать, но мне кажется, что вы попали в робота. А я вам говорю, проверьте зрение. Я тут. Я вижу обе своих руки, обе ноги.
управляешь и видишь только видео с робота. Свое тело при этом не видишь. Ага. Мне очень больно. Хорошо, хорошо, братан, все будет нормас. Сейчас мы включим. Он по пасане понимает, что он робот. Ну что-то да, как бы. Что-то я на самом деле вообще, честно, абсолютно. Кто здесь? Я здесь. Это Лефим, я робот. Эй, вы можете? Эй, вы меня слышите? Да, это да, да. Карл. Карл, Карл, как тебя так угораздило, Карл. Я, кажется, понял, что его надо отремонтировать. Как его отремонтировать? Скорее всего, может быть, надо передвинуть чуть подальше. Я так понимаю, что его отремонтируют. Я так... А, мы на шипе еще можем бегать. Что-то я не подумал об этом. Работает, работает, не работает. Это что у нас? Все это ничего не работает. Братан, не хочешь немного похавать? Приятного аппетита. Да я понимаю, братан, ты пока поешь там, пожуй там, микросхем там, болтиков, шпинтиков, что-нибудь, пожуй. Ему еда не нужна, же робот. Ну, не знаю, чем они там, эти роботы питаются, чем? Ничем. Братан, ты как? Да, дайте, он просто легко. Не, он просто отдыхает, он как бы помидору ел неаккуратно и испачкался. Семкин Карл, 0722. Вот он, Карл. Так это же он. Да. Что-то я не пойму. Каким он был? Робот. Тогда что за приколы? Чуть не понимаю. Последние резервные турбины запустили? Все подключено равномерно. Мы специально распределили риски. Ну все. Энергии Патоса хватит до нового апокалипсиса. Мы можем идти. Надеюсь, мы тут ничего не напутали. Мне туда возвращаться совсем не хочется. Расслабься, все кончено. Мы идем на Тету. Может, больше блоков перекрыть? Я не верю, что помощники не взбунтуются. Мы перекрыли все. Все. Казан до центра связи. Если кто туда еще зайдет, ему немало придется бывать. И все. Икона. Ну да. Карл. Он помер, Карл. Как бы я вообще чисто не. На самом деле, откровенно говоря. Не понимаю, что как бы как он и в роботе одновременно, и вроде как и дохлый валяется. Что-то бред какой-то вообще несусветный. Ну, по-хорошему, могли бы сами придумать какое-то себе оружие создать, на всякий случай, чтобы обороняться этих роботов. По типу, у них ничего нету, что-то дичь какая-то, короче говоря. Не знаю. 0722, сейчас попробуем. Так, а мне что на клаве? А мне... Сменить можно. О, неужели? На 722. Вы вошли как Карлос Семкин. Почта на автоматизацию. На теме на автоматизации Эпсилон. Мы закончили работу над энергокомплексом, перекрыли доступ к фабрикам, чтобы завод мог работать. Завод мог работать. Системами на первостепенного значения отключены. Если кто-то решит вернуться, пусть знает, что регулятор потока энергии работает на честном слове. Если его отключить, то включить обратно уже вряд ли получится. Окей. Править. Почта не отправлена. Не удалось установить связь. Чем... Ну да. Класс. Спасибо. Ладно. Управленное питание. Центр связи. А, недостаточно энергии. Ага. Понятно, окей. Фабрика. Складское помещение. Регулятор потока. Докер. Что-то мы открыли. Персонал. Адамс Джейн. Местохождение Тета. Диспетчер. Йонс Дотер. Вигдис. Я Гринс Дотер знаю. Фамилия в этом. В Сплинтер Селе. В этом. Теории хаоса. Сплинтер, который сел. На 5 лет. Биотехнический инженер Роджерс Бакстер, местохождение Тета, наладчики Азаро Эми, вот это та самая бабичка, которая с вами общалась, Финли Гэвин, Мэрон Луиза, Сэмкин Карл, ну это который помер походу, Шанкар, а шиш какой-то. Шишга, шиш, что вообще за бред? Какие имена-то людям надо дать? Ой, это не надо вам мне, на 722 сейчас, на всякий случай лучше войду. Имена какие-то странные людям дают, все, пускай так будет, можно я отсюда, все, вот, пускай так будет. А, здесь, скорее всего, будет у нас, как я понимаю, наверное, друг. Вот. Здрасте. Так, складское помещение, да? Если у меня написано было предметы, то, вероятнее всего, я смогу еще что-то подобрать. Так, черный ящик – это прецизионный прибор для наблюдения за состоянием вашего организма. Он измеряет широкий диапазон показателей температуры тела до мозговой активности. Информация постоянно передается НИУ, наблюдающей системе ПАТСА-2, чтобы станция могла обеспечить вам подходящую рабочую обстановку. Устройство может работать максимально эффективно, если вы последуете инструкции к автоинъектору. Только так вы сможете быть уверены, что имплантант используется правильно. Ага, все. А где он? Дома в ящике. Наверное, да, сейчас посмотрим. Да ты хорош, давай, не прикалывайся тут, ну-ка.
Так, это погоди, это у нас с тобой USB-зарядка. А как надо-то? И куда его вставить? Чё там такое? Как его? Здрасте, приехали. Инъектор, инжекторы. Фу. Какая гадость. Ваша заливная рыба. Я еще ничего не понимаю. Как презентационный набор для медицинского следующего организма? А почему он его по-хорошему-то взять с собой просто не может? Тем нужно он. А, он написано к автоинъектору надо. Где автоинъектор, вопрос? Он что-то не берется. Как бы он берется, вопрос в том, где просто находится этот автоинъектор. Автоинъектор, ты где, мой дорогой? Так, здесь мы были вроде, и не были. Она... Не, что-то падает, валится. Так, братан, тебе не надо сделать автоинъекцию, давай мы тебя поднимем из мертвых. Ладно. Так, автоинъектор. По-моему, это больше на какие-то свечи от Приора похоже. Серьезно, я... пойдем туда тогда. Какие у нас еще варианты? Братан, не сделаешь мне, пожалуйста, инъекцию? А, он спит, точно. Он же отдыхает. Там что у нас с тобой такое? Ну-ка. Это костюмы. Из биошока. Нам нужно сделать автоинъекцию. Но суть в том, что у нас с вами, ребятушки, уже 27 минут, поэтому, пожалуй, лучше мы остановимся на этом месте. А в следующей серии уже будем думать, как и куда идти. Да. Короче, где-то должен быть авто... А, может быть, вообще прикол в том, что сначала мы должны его взять, этот автоинъектор, найти где-то, потом тогда уже можно будет заюзать. Лучше я его обратно пойду положу просто. Через что будем знать, что надо туда будет прийти. А то вдруг сейчас я его к вам брошу, потом потеряю и не найду. Так что, ребятушки, ладно. Пока что на этом все. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и рассказать друзьям. Вам спасибо за внимание. До новых встреч. Скоро увидимся. Не переключайтесь. Будет очень много всего крутого и не менее интересного. С вами был ваш Юранка и... Венопол. Всем до новых встреч. Покедова. Огромное количество гайдов. Летсплей. Все классно сможете найти на канале. Спасибо за внимание. До новых встреч еще раз. И пока-пока, ребята.